Матч за выход в полуфинал верхней сетки. Зинаку против Рейзи. Хитрая. Никс против Юркова и быстрого Дума. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Игроки мирового уровня, пролига. Начнем, пожалуй, за Рейзи. За его Дума. Авокин, погнали. Рейзи полностью стандартно разыгрывает первый респаун. С красного. Противостояние за шафт. И надамажить ни у кого на данный момент не получилось. Дефицит шафта у Рейзи. Руки-то и рельсы у Зинако. Вынужден прожать обилку. И этим моментом пользуется Рейзи, дабы поднять шафт. Есть риса у Никсы. И хотелось бы проатаковать ее. Размен по рельсам. И мне кажется... Ой! Красный лежит. Почувствовал это. Рейзи будет закрывать, что ли? У Зинако очень много хп. Да, ребят, смотрите, карающий шафт дал о себе знать. И первый фраг на стороне Зинако. Ловит Рейзи оплеуху ввиду контрольной ракеты. 5 секунд до миги. И на позиции уже находятся оба из игроков. Перестрелка. Хороший Рейзи. Думал, что начнет дамажить намного более. Чем это произошло? Красный за Зинако. И... Нет рельсы у Рейзи, он рискует быть сфраженным еще один раз. И ракета. Хорошая на 49, уже можно с шафтом. Но нет, очень аккуратно, филигранно. Как хирург. Вошел в ситуацию Зинако и сделал еще один третий фраг. 3-0. Прекрасная рельса, может быть, еще нет. Нет. Уходит на шафт лечиться Рейзи. И пока что у Зинако дела просто отлично. Есть обилка. Есть пушки. На всяких мелочах, несмотря на то, что это проигроки, пытаются подловить друг друга на всяких мелочевных ситуациях. Постреливается Рейзи и, поняв, что триболт не нанес должного урона, отходит на очередной цикл пролечки. И, соответственно, очередной красный без штрафа практически достается Зинако. Слышит двойной джамп, но ни у кого из оппонента не удалось нанести дамаг. Размен по рельсам. У-у-у, ребята, две подряд для Рейзи и Зинако. Вырывается вперед со счетом 4-0. Красивая игра, учитывая билку Никсы. Рейзи придется очень несладко. Посмотрим, что будет делать Эдриан. Был готов встречать Зинако своего оппонента. Перестрелка, размен. Можно душить. Эх. Занимаем позицию на миге. 10 секунд. Мега досталась Зинако, и у Рейзи совсем сейчас туго дела. Красный появился, будет ли атаковать Зинако? Нет. Хорошо, Рейзи на позиции, Зинако отъелся, и можно как-то хитрить с обилкой, что ли. У Рейзи совсем нет брони, ребята! Не держит рельсу никто из них, теперь держит Зинако, защищает мигу. Ух ты, пытался что-то нанести еще Рейзи, но, задержавшись в той позиции, был убит с помощью три болта. Heavy Machine Gun есть у Зинако, но почему-то он в этом моменте не воспользовался. Слышит Рейзи, атака! Рейзи уже очень сильно аркадничает, но... Мне кажется, ему надо что-то делать. Ему надо предлагать. Он видит тотальный контроль со стороны Зинако. И счет только лишь растет в его пользу. 6-0. Прекрасно. Зинако, прекрасно. Будет ли штраф красного?
Нет. Рейзи ушел через рельсу на Мегу и 12 секунд до ее появления. Опять выходит с банана Рейзи. Очень много шафта. И не дрогнула рука, ребята, не дрогнула. Душа у Зена пострелялся с Рейзи, на 16 хп остался. Красиво. Не получилось подштрафовать, может быть еще, да. Неплохо зашло с 3 болта, 5 минут. Вынужден прожать обилку, но... Ууу, мега на стороне Зенаку и... Это 8-й фраг, ребята. Рейзи. Не побоюсь этого слова. Эй, ебут. Красный за Рейзи. Ух. Не получается. Пытается напором, каким-то жиром, что ли, передушить. Никс, но это 10-0. Раш, ребята, на Рейзе. Вот это скилл. Вот это Зеннако. Хороший бой. Я такой порки на Рейзе не видел давным-давно. Возможно, даже никогда. Все шансы закрыть Никс, однако, пока 93. Восстанавливаем потихоньку обилочку. Снизу есть часы. Ребята, посекундный тайминг, вы посмотрите, здесь ему повезло. Зинако с напора зашел с ракетой, подсплэшил Дума и, несмотря на то, что еще и забрал Мегу, сделал 11-й фраг. Ой-ой-ой. Один патрон в рельсе. Есть уже обилка и это полбеды. Как красиво уходит, как красиво играет. Ребята, таких щитов на Рейзе я явно никогда еще не видел. 11-0. Да, ребят, 12-0. Как же хладнокровно ведет себя Зинаку. Красивая игра. Вот здесь закрывают. Нет, ее не закрыли. В общей сложности на 22 хп остается Никс. Обалдеть, 2 секунды до Меги. И, имея тайминг на нее, Рейзи все-таки выжрал, но... Был оштрафован. 6 секунд. Охренеть, да что это? Что это? 14-0 на Рейзи, ребята. Вот это на абордаж. Ой-ой-ой-ой-ой, как ебут. Как ебут, ребята. В прямом-то эфире. Ух. Красотища. Ух. Есть рельса еще. Ух. Не, ребят, но тут... Но тут явно. Семнадцать ноль. Полторы минуты, 18 фрагов. Ребята, ну что, камбэк из рил. Нет обилки и сейчас... Никс, ребята, да. Обезоруженная Никс все-таки начала падать за минуту до конца, 18-2, но какой же был бы это распиздос, если бы вообще в нулину, жесть. Разобрался все-таки с ее секретом Рейзи, но поздновато, поздновато. Это как минимум поторочено.
30 секунд. Понятным причинам ребята просто доигрывают. Этикет квейка, ребята. Этикет высокого квейка. Рейзи сейчас должен будет по-другому играть совсем. Так не получается. Хитроникс выиграла 1-0 на стороне Зинаку, а Вокин отходит ему. GG.